Привет, Липецкой области, это Республика Саха-Якутия. Привет! Мы ученики 9 Б-класса Якутской городской национальной гимназии. Мы узнали много легенд и мифов Липецкой области. Одни из самых интересных – это Орлица, Марго на Гальчей горе, легенда о граде Эльце, освободившемся от Тамерлана и истории сибирского кедра в усадьбе Петра Петровича Семенова Тяньшанского. Мы вдохновились вашими историями и решили рассказать легенды нашего края. Ленские столбы – это высокая каменная гряда, протянувшаяся по берегу реки Лены почти на 80 километров и уходящая дальше в тайгу. В 2019 году их включили в список ЮНЕСКО. Похожие скальные образования можно увидеть только в США и в Австралии, однако у дальневосточных скал есть свои секреты притяжения. Необычная форма скал недалеко от места стоянки теплоходов стала поводом для создания легенды. Когда-то давным-давно жил большой страшный дракон Ревел Боя. И он все время держал в страхе население Приления. И он ежегодно требовал дань в виде еды. Но однажды он вместо еды потребовал красивую девушку Кирегиз. После этого момента никто так и не видел эту девушку. Через некоторое время с охоты возвратился Харсун Вол, и он стал готовиться к смертельной схватке. Но силы были неравны. После первого попадания удара в меча тела гигантского зверя, оказалось, что Харсун Вол по коленям вошел в землю и, по сути дела, был прикован к тому месту, где стоял. В этот самый момент недалеко раздался нежный и знакомый голос. «По пути обязательно в хвост! Это волшебное место дракона!» — успела крикнуть девушка. Тут же окаменела на том месте, где очутилась. Харсун Вол услышал, что крикнула ему возлюбленная, и излочившись нанес смертельный удар по хвосту дракона. Дракон от мучительной боли взвился вверх, но не смог даже взмахнуть своими огромными крыльями и рухнул на землю. Все в небо тут же почернело. Золотистые замки, бойницы, минареты. Висячие мосты превратились в огромные базальтовые скалы. Сам Харсун Вол превратился в огромную скалу, вросшую в землю. Люди, услышав страшные силы взрыв, направились к тому месту, где была страшная битва. Но они увидели именно лишь ту картину, которую мы можем видеть и сейчас. Одинокая скала на правом берегу речушки Лабуя и выделяющаяся скала по образу юноши на левом берегу речушки. Память о них, об их беспристрастной любви будет жить в сердцах якутского народа вечно. Сейчас Ленские столбы – это популярное туристическое место, куда каждую весну и лето ездят жители и гости Якутии. Да чего мы рассказываем? Приезжайте к нам, сами посмотрите, какая тут красота. До скорых встреч! До свидания! Мы живем, это Россия!